Здравствуйте, уважаемые зрители! И снова в этой студии вас приветствую я, студент третьего курса Института международных отношений Владимир Мухин. И для того, чтобы обсудить очень важную и, к сожалению, актуальную до сих пор проблему социального неравенства, я пригласил в нашу студию заместителя директора по научной работе Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, доктора социологических наук Марию Юрьевну Ефлову. Здравствуйте, Мария Юрьевна. Здравствуйте, Владимир. Очень приятно видеть вас в нашей студии. Да. Мария Юрьевна Ефлова окончила факультет социологии Казанского государственного университета, доктор социологических наук. Тема диссертации – социальные эксклюзии депривированных групп в российском обществе. Заведующая отделением социально-политических наук. Заместитель директора по научной деятельности Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. Что мы сегодня будем готовить? Основная наша концепция сегодня – это здоровый образ жизни, и мы его всячески поддерживаем, поэтому переходим на здоровое питание. Отлично. У нас есть горбуша, мы ее пожарим на сковороде, и у нас есть разнообразные овощи – это свекла, картофель, баклажан, перец, морковь. Мы это сделаем с вами в большой сковороде и запечем. Хорошо. То есть я пока займусь рыбой, а вы будете заниматься овощами. Хорошо, замечательно. Мария Юрьевна, а как вы пришли вот к концепции здорового питания? Или вы всегда поддерживали? Нет, конечно же, не всегда. Естественно, опытным путем. После защиты докторской я поняла, что есть жизнь после докторской, и надо что-то менять. И начала я менять. Естественно, когда меняешь свое тело, то меняется немножко и сознание. А у меня есть знакомый, который мне подсказал, что можно заняться бегом. И я всю жизнь лежала на диване, и, в общем, я с удовольствием одела кроссовки и побежала. Я поняла, что бежать-то тяжело, и пришлось перейти на здоровое питание. Вот я сначала перешла к вегетарианству, голодала, потеряла 10 килограмм, я, вернее, их растворила. Вот, и, соответственно, с тех пор, а это было в 2015 году, я перешла на здоровое питание. Я вернула себе мясо в рацион, но исключительно... Диетическое, диетическое, да? А в студенчестве как питались? Вот как вы питаетесь в студенчестве, Владимир? Вот точно так же питались и мы. Я думаю, что главное, чтобы было весело в компании. И мы вспомним, что это были 90-е годы. Ну, конечно, речи о здоровом питании у нас тогда не было. Не знаю, к счастью или к сожалению. Мария Юрьевна, у нас сегодня с вами такая интересная тема социального неравенства. Ну, как вам кажется, вот в России она актуальна или в мире вообще? Можно я немножечко поправлю? Я бы, наверное, хотела говорить не про социальное неравенство, а про социальное исключение. Это абсолютно две разные концепции. Неравенство – это нормально, и оно присутствует всегда. У нас есть и биологическое неравенство, и политическое, и социальное. А вот теория социального исключения, она появилась во Франции в 1974 году, автором ее является Леруа. И тут особенность этой концепции состоит в том, что человек может быть исключен от ряда ресурсов и, соответственно, теряет качество жизни. Но дело в том, что теряет не только этот человек, но и в результате это очень негативно отражается на обществе в целом. Получается, теория социального неравенства такая фундаментальная, то есть она говорит, да, есть и экономическое неравенство, и политическое, а теория социального исключения – это как специя, как такая надстройка над социальным неравенством, которая подчеркивает, что помимо того, что есть классы, есть еще и различные группы, индивиды, которые исключены из потребления каких-то ресурсов. То есть, когда мы говорим о социальном исключении, мы говорим об исключении целой социальной группы? Мы говорим как целой социальной группы, также мы и говорим об отдельных персонажах. Но в любом случае, отдельные индивиды, у нас есть очень похожие проблемы. Предположим, вот есть... инвалиды, которые имеют некоторые особенности здоровья, и, соответственно, они тоже являются социально исключенными. Но можем мы говорить и в гендерном тоже разрезе. Предположим, на работе работают только мужчины, появляется женщина, и женщина, наверное, тоже будет здесь социально исключенной. Вот. То есть, соответственно, это особая группа, которая будет недополучать какие-то ресурсы. Совсем недавно узнал, что в России машинистами метро женщины смогли стать вот
пару лет назад всего лишь. То есть действительно они были как-то исключены из этой профессии. Да, тут тоже стоит отметить, что причиной социального исключения являются различные моменты. Во-первых, это законодательство, которое запрещает или не разрешает какие-то виды деятельности, какие-то виды активности. А это является и общество в целом. То есть у нас же есть с вами какое-то мнение относительно каких-то общностей. Мы их или принимаем, или не принимаем. То есть таким образом мы их, если не принимаем, мы их исключаем. То есть, соответственно, тут есть еще такой очень важный момент, который касается социального исключения. Так люблю разговаривать, я забыла совсем про эту рыбу, прекрасную рыбу, привет. Есть такой момент, как самоисключение. То есть, на самом деле, меня, может быть, никто и не исключает, и не обижает. Но тут мое испорченное сознание, я сама себе придумываю проблемы и говорю, нет, все-таки меня общество обижает, исключает, я социально исключенный, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть это проблема социально-психологическая. Есть ли какой-то самый распространенный вид социального исключения? Я опять-таки скажу, что, предположим, это пенсионеры, инвалиды, вы уже сказали. Инвалиды, люди, употребляющие алкоголь, люди, употребляющие наркотики, люди с очень серьезными заболеваниями, такие как ВИЧ, туберкулез. В некоторых сообществах это женщины, имеющие, не имеющие детей, в некоторых сообществах это имеющие большое количество детей, в некоторых сообществах женщины в принципе. То есть, соответственно, это какие-то общности в обществе, которые недополучают ресурсы. Владимир, вы прекрасно режете овощи, как Спасибо будто вы большое. Всю жизнь этим занимались, мне нравится. Теперь рыба. Я ее посолила, поперчила, приправила специями. Теперь, так как мы рыбу делаем на сковороде, я бы, наверное, хотела немножечко обвалять ее в муке, но если бы мы делали ее в духовке, я бы, конечно, этого не делала. Поэтому я вам торжественно передаю сковородку, Спасибо в которую большое. Вы будете складывать овощи. Обязательно надо, чтобы они лежали красиво. Потом мы с вами их художественно выложим. А я перехожу к рыбе. Сейчас я обваляю ее в муке и положу на сковородку. Вы уже сказали о том, что концепция социального исключения зародилась в 1974 году, да? Да. 1974 году. Как социологи пришли к этому? Почему они обратили внимание именно в этом году, именно вот на это? Есть ли какие-то предпосылки? Да, естественно. Во-первых, тут хочется сказать еще сразу, что вообще эта теория социального исключения или теория социальной эксклюзии, она является как теорией в социологии, политологии, экономике, но то же самое она является и общественно-политическим дискурсом. То есть она появилась именно в первую очередь, наверное, даже как общественно-политический дискурс, потому что во Франции сразу появилось законодательство, которое будет включать этих людей в сообщество. То есть, и, соответственно, почему именно в этот период времени пришли к теории социального исключения, потому что концепция бедности, она стала не столь актуальна. То есть раньше мы определяли слой человека в первую очередь по финансовым ресурсам. И понятно, что к концу индустриального общества, будем говорить так, что у всех повысилось качество жизни и достаточно стало ресурсов для того, чтобы удовлетворять свои потребности, по крайней мере, появились такие вот возможности. И тут как раз вот встает вопрос о том, чтобы понять дальше и продолжить вот эту теорию бедности. То есть это фактически теория социального исключения явилась продолжением концепции бедности. Да. Ну вот мы с вами сказали, что это иначе теория социальной эксклюзии. Да. А инклюзия? Инклюзия наоборот, это включение. Да? Эксклюзия, да, это выключение из общества. И теперь мы уже знаем, что это как общество исключает, как исключает законодательство, но в то же время и сам человек, он говорит, я исключенный, я пошел.
В чем же тогда проявляется концепция инклюзии? Инклюзия. Ну, во-первых, это техники, методы, способы включения человека в общество. То есть меняется законодательство, меняется отношение к человеку, и, соответственно, человек сможет позднее восстанавливаться и как-то занимать определенное место в обществе. То есть это техники, технологии, когда меняется законодательство, когда меняется отношение общества к этой проблеме. Мне кажется, совместный труд объединяет, а труд облагораживает. Да, я вам хочу немножечко помочь. Во-первых, я бы вот так сделала, чуть-чуть помельче. А то они так у нас будут выделяться. Долго делать и выделяться, кстати, это будет тоже нехорошо. Это наше общество с вами. Вот мы тут их всех перемешаем, они такие все разные, как в нашем обществе. А свеклу отдельно, это у нас социально исключенные пока. Вот. Сейчас я бы хотела их посолить. Мы их посолили. Если хотите, присоединяйтесь, у нас труд совместный. Да, все замечательно. Так, и масло. Они будут ароматные, вкусненькие. Так, продолжаем разговор. Вот, пожалуйста, вам работа. Спасибо. Я работаю социально исключенной свеклой. Она стала социально исключенной по принципу цвета. То есть, если мы добавим ее, то все окрасится в красный. Нам пока надо ее отдельно. Тоже немножечко. Да? Ну вот, замечательно. Мы сами все почти перемешали. Да, да. И секунду. Еще добавили специи. Да, вот еще добавляйте. Мы же вместе с вами делаем это прекрасное блюдо. Тогда можно выкладывать, да, потихонечку? Я предлагаю раскладывать группами. Угу. То есть свекла, баклажан, картофель. Хорошо. Мне вот как педагогу особенно интересно, все-таки я учусь на педагогическом направлении. Да. Можно ли сказать, что, ну, сейчас, конечно, с этим все лучше и лучше, что ребят с ОВЗ, да, с ограниченными возможностями здоровья, в принципе, тоже исключали из общества. Вот как нам удалось это преодолеть, потому что, на мой взгляд, с этим гораздо лучше, чем было раньше, чем, ну, скажем, до 2012 года, да, потому что в 2012 году было принято обновленный закон об образовании, и было включено, что, в общем, инклюзивное образование, ребята все вместе будут трудиться, общаться, взрослеть, воспитываться. Вот как наше общество к этому пришло? Или общество не совсем пришло, государство пришло? Или все вместе? Вот это очень такой хороший пример. Мы сейчас с вами сможем как раз и разобрать его. Так как все-таки концепция социальной инклюзии, она постепенно развивалась, как я уже сказала, там, с конца 20 века, и она проникала во все сферы жизнедеятельности, и в образование, и в медицину, во все социальные сферы. То есть, соответственно, вот и в образовании менялось постепенно наше сознание родителей, чтобы дети с ОВЗ учились вместе с остальными детьми. То есть это произошло, естественно, не сразу. Есть такой институциональный аспект. Сначала меняется законодательство, потом меняются нормы, традиции, обычаи. Это очень долгий, постепенный процесс. Я, честно говоря, даже не знаю до конца, сложилось ли вот это благоприятное восприятие вот этой вот концепции инклюзии. У нас все готово. Все по социальным группам, как вы заметили верно, разложены. Да, пока мы их не перемешиваем. Хорошо. Отправляем в духовку на 40 минут. Помогаю. Спасибо. Ну, отлично. Замечательно. Горбуша с овощами. Филе горбуши разрезали на крупные кусочки, приправили солью и специями, обваляли в муке и обжарили на сковороде на растительном масле. Все овощи разрезали в произвольной форме, посолили, сбрызнули растительным маслом, переложили на противень и отправили в духовку на 30-40 минут. Наши овощи будут готовиться 40 минут, постепенно у нас доходит рыба, поэтому самое время перейти к приготовлению салата. Хорошо. Как мы его с вами назовем?
Давайте название салата придумаем чуть-чуть попозже, в зависимости от того, что у нас получится. Хорошо. Да? А то мы придумаем, а концепция вдруг не сложится. Хорошо. Тогда давайте я возьму капусту. Давайте. Я яблоко сначала. Хорошо. Почему-то хочется его. Круглое, красивое. Мария Юрьевна, вот в связи с развитием искусственного интеллекта, 21 век, век технологий, информатизации, цифровизации, насколько будет обостряться вопрос социального неравенства, социального исключения? Прекрасный вопрос, Владимир. Как раз на площадке LG, на которой выступал наш президент Владимир Путин, обсуждались очень интересные вопросы в связи с развитием искусственного интеллекта. Там поднимались вопросы социальной сферы. Речь в первую очередь идет о повышении качества жизни отдельных социальных общностей. То есть и там поднимались вопросы о повышении качества жизни пенсионеров. Есть разработанные игрушки, когда ты держишь их в руках. Эта игрушка была разработана уже давно, то есть она активная, интерактивная, то есть она становится теплее, она строит глазки, она там, не знаю, излучает какие-то эмоции, как излучать игрушку, я не знаю. Но в любом случае это минимизирует вопросы одиночества. Но мне кажется, когда докрутят эту игрушку, скорее всего, она, наверное, будет по тактильным каким-то вещам еще определять и состояние человека, и сразу будет передавать этот образ врачу. То есть вот на сегодняшний день же идет процесс построения молекулярного двойника отдельного человека. То есть не надо ходить в больницу, у врача есть уже этот образ двойника, и, соответственно, он видит тенденции развития организма. То есть я считаю, что, естественно, искусственный интеллект, он будет минимизировать социальное исключение, но на сегодняшний день в связи с его дороговизной и дороговизной этих и препаратов, и оборудования, мне кажется, пока оно будет увеличиваться, потом оно будет уменьшаться. Ну а если говорить, например, о людях творческих, писателях, о живописцах, ведь искусственный интеллект отчасти, и вот с этим связаны, например, мои личные опасения, да? Искусственный интеллект немножко оставляет их на задворках жизни. Ну зачем нам писатели, зачем нам живописцы, когда один запрос и прекрасная картина, замечательный музыка текст. Музыка прекрасная, да, создается, да, 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 искусственным интеллектом. Вот как творческим людям выживать в мире искусственного интеллекта? Ну, я, кстати, сегодня утром слушала музыку, написанную искусственным интеллектом. Она действительно была очень интересная. Она была и трогательная, и нежная, приятная для восприятия. Если бы мне не сказали, что она написана искусственным интеллектом, я бы, наверное, конечно, не определила. Не знаю, как будут выживать творческие люди, очень сложно. Но как-то будут в любом случае. Ну, здесь надо такой... создавать уникальные продукты. Это, скорее всего, будет момент, наверное, конкуренции. То есть это речь идет не о качестве жизни, а о рынке. То есть, и, соответственно, придется быть очень неповторимыми, чтобы искусственный интеллект не смог догнать. Ну, то же самое, наверное, касается и преподавателей. Ведь часто говорят, что вот сейчас искусственным интеллектом, роботами можно заменить учителя в школе. Или преподавателя в вузе. Насколько эта проблема в России, например, актуальна, как вам кажется? Мне кажется, что эта проблема, мы ее отчасти пережили в период пандемии, когда очень многие перешли на обучение в дистант. Если вы помните, вы, наверное, в тот период времени как раз учились. Да, да. И наши студенты как раз и говорили, что им не хватает глаз, человеческого общения, объятий, взаимодействия. То есть как раз то, что человек человеку может дать только при личном офлайн общении. Мы практически закончили нарезку нашего салата, но не до конца. У нас еще осталась морковка и зелень. Ну, давайте пересыпать. Да, давайте. У меня еще тоже немного капусты. Ага. Пожалуйста, Владимир, вам первое. Вы первый. Тут надо подумать о названии салата. Естественно, приходили на ум абсолютно различные названия от эксклюзии, инклюзии, от дружного, витаминного. Но, наверное, хочется просто сказать, что это будет уютный четверг. Да, замечательно. Наша программа выходит по четвергам еженедельно. Смотрите обязательно на канале Универ ТВ. Мы есть практически на всех платформах. С
самое главное, пользуйтесь рецептом. Да, обязательно. Да. Яблочки я тоже высыпаю уже. Так, секунду. Мария Юрьевна, а как вы пришли к науке социологии? К науке социологии это был неожиданный абсолютно разворот, потому что я училась в 131-й школе в математическом классе, очень любила математику, в результате поступила на ВМК, но я понимала, что мне надо разобраться сначала в самой себе, потом в обществе, в котором я живу. И мне попала в руки исследовательская книжка Ядова по методам изучения общества. Там тоже все основано на математических методах. Естественно, меня это очень заинтересовало. И, кстати, кафедра социологии была открыта в 90-м году. Я поступила в 91-м, то есть это фактически второй выпуск. Она была открыта специально для меня, это было так модно, интересно. И у нас были очень сильные первые 2-3 выпуска. Сейчас, конечно, тоже у нас потрясающие абсолютно студенты. Но вот первые два выпуска очень классные. То есть мы все дружим, мы очень общаемся. И действительно, мы вчера встречались с нашими одногруппниками. Нам всегда есть что обсудить, потому что социальные проблемы есть всегда, и в результате дружеская вечеринка всегда превращается в дискуссию, социально-политический диспут, да, мы еле разошлись. У всех абсолютно разные точки зрения по каждому вопросу, потому что социология – это мультипарадигмальная наука, где нет, в принципе, какого-то конкретного решения. Нету правильного ответа. Мы закончили нарезку салата, теперь пришла пора это все соединять. Давайте сначала морковку, да? Потом все это укропчиком и сверху зальем нашей замечательной смесью. Мы делаем заправку для салата из масла, лимончика, специй, перца и соли. Отлично. Да? Все мешаем. Хорошо. Подайте масло, пожалуйста, и соль. Пожалуйста. Продолжаем совместный труд. Да. Объединяющий. Да. Как давно вы работаете на кафедре? Социология. Социология. Это вся моя жизнь. Я уже сказала, что я поступила на кафедру в 91-м году. С тех пор я там закончила специалитет, аспирантуру, осталась работать преподавателем. Ну, то есть, получается, вот всю жизнь я работаю на этой кафедре. И себе, честно говоря, другого места работы не представляю. Каждое утро просыпаюсь и думаю, господи, какая у меня классная работа, как я люблю ее. И на сегодняшний день, получается, кафедра социологии, она увеличилась с того момента. У нас был первый выпуск, две группы по 15 человек. Сейчас у нас уже помимо направления социологии в том году мы открыли еще одно направление – организация работы с молодежью. Мы считаем, что это очень востребовано, что на сегодняшний день действительно молодежь, если, например, 30-40 лет назад как раз была отчасти социально исключенной группой, потому что, может быть, не учитывались потребности или молодежь не могла столь активно реализовываться в обществе, то есть, ну, сегодня существует масса институтов, организаций, которые включают молодежь в жизнь. И вот как раз организация работы с молодежью будет готовить специалистов по работе с молодежью. Засыпаем и заливаем. Угу. Владимир, вы прекрасно готовите. Спасибо большое. Да. Очень органично смотрится ваше телодвижение около этого салата. Прекрасно. Все потому, что у нас такой замечательный гость, который прекрасно владеет навыками кулинарии. Вот такие у нас профессора, доктора наук. Не только науки, но и готовки. Я очень люблю готовить. И делаю это регулярно. Сейчас мы все это замешаем и будем пробовать наши овощи, рыбу и замечательный салат. Салат – уютный четверг. Капусту и морковь нарезали соломкой, яблоки на небольшие кусочки, зелень мелко нашинковали. Для заправки смешали растительное масло, соль, специи и сок половинки лимона. Все нарезанные ингредиенты переложили в глубокую салатницу, залили подготовленной заправкой и хорошенько перемешали. Ну, а мы переходим к дегустации наших замечательных блюд. Выглядит все очень интересно. Мне кажется, главное – красиво. Да, да, очень так. Владимир, я хочу подчеркнуть, что сегодня мы питаемся с вами здорово. То есть у нас есть здоровое питание, правильное питание. Иногда нужно, а то что-то совсем скоро в фартук не влезу.
предлагаю попробовать рыбу, да, для начала, или как лучше? А я хочу свеклу. Ага, ну давайте свеклу. Ну как? Сладенькая-сладенькая. Да? Угу. Действительно, очень вкусная свекла, она испеченная, приготовилась, она очень полезная, угу. В ней очень много витаминов, микроэлементов. Сейчас я не знаю, как вы, я планирую рыбку. Давайте. Ой, и горбуш тоже на самом деле удалось. Да, очень сочно получилось. Обязательно возьму на вооружение и как-нибудь в деревню Универсиады своим товарищем устрою. Владимир, скажите, а в деревне Универсиады есть духовки? Духовки есть. Мне кажется, очень самый вообще простой вариант. Вы рыбку заворачиваете в фольгу и отправляете в духовку. И рядом эти овощи вы раскладываете. То есть там не надо ни жарить, ни муку. А духовка – это вообще спасение для хозяйки, которая любит, но не очень готовить. Хорошо. Давайте попробуем салат. Да, как мы назвали его? Уютный четверг? Уютный четверг. Он сегодня у нас очень уютный. С Владимиром. Ну как? Да? Главное, что очень красивая цветовая гамма. То есть, когда вот наступает осень и зима, меня радуют эти печеные овощи вот этим разноцветием. Их так приятно выставлять на стол. А рыбка – это, в принципе, очень полезно. Это белок. И, вот, соответственно, сочетание рыбы и овощей, мне кажется, вообще то, что надо. Спасение от хандры. Да, спасение. Осень. Да, спасение от хандры – это ваш... программу с Владимиром. Спасибо большое. Спасибо за приятные слова, Мария Юрьевна. Ну, а мы и дальше будем приглашать специалистов в самых разных областях. Социологии, политологии, философии, истории. Чтобы вместе с ними наслаждаться такими замечательными блюдами и такими интересными темами. Спасибо большое. До скорых встреч.